Слишком мощно. Да, по-моему, засосало даже в трубку. Чересчур перестарался. Сильно хлынула пена вверх. Дососать. Костик, вы, блин, когда же эта банка лопнет? Не дождете. Я говорю, что она должна лопнуть. Ну там же жидкости. Ну и шо? А какая разница? Не, ну Костика с физикой, как себе? Давление все равно тоже жидкость, там не жидкость. Давай, я уже никак не могу дождаться фейерверка, блядь. Когда твой будет. Ты не матюкайся. Я не матюкайся. Я это буду тот самый. Прости, 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 пожалуйста. Прости, пожалуйста. Я ж не могу. Ты что стоишь, дверь подпираешь? Человек видео пишет, что он несет. Куда раздавливать? Че? Уже все. Там уже вакуум, посмотри на вакуометр. Вакуум? Да. Еще какой? Саня, а включи. А, бульки идут, смотри, как бульки идут. Да бульки шли так, что аж фонтаном это самое, и когда в самом начале. Себе. Это уже последнее доходит. Слушай. Я уже даже не могу понять, это воздух выходит из рукоятки или это... Или ты воздух жидкости. Из жидкости начал откачивать, ну, Саня. Ну или кипит жидкость. Кипит жидкость в вакууме. Так в вакууме кипит же жидкость, Саня. Это же фокус по физике, когда вода вскипает в вакууме. Не, Саня, по-моему, что-то ты не то делаешь. Ну тут не вода, а масло. Масло, ну. Так ты хочешь сказать, что... Ну в нем растворитель есть. Есть. Бензин. Да, по-моему, Саня, что-то мы не то делаем, блин. Кипит, слушай. Падает. А что падает, блин? Профессионал практически. Делает. Профессионал делал, блин, что падает, блин. Шайбочку, резиночку сделал. 98, 96. 0,96, наверное. 0,96, ну понятно, что. Так
Так а ты говоришь, что фонтан был, блин? Да, до самого верха пены было. Ух ты. Офигеть, конечно. Чтобы она в кузнечке превратилась. Надо наоборот, ее раздуло. Это же фокус туда. Вот. Есть же шарик с воздухом. Ложишь туда, и его начинает вот так вот раздувать. Ага. Серега есть? Да. Офигеть, конечно. Да, насос офигенный. Я купил, Саня. 2300 у меня получилось. Шланг метровый. Слышишь? Угу. Три фитинга, блин. Фитинги и гайки ты взял? Да, и гайки взял. Ну, отлично. А тебе одна надо было? Ну, видишь, я с дуру заказал один. Тебе одной хватит. Зачем тебе было? Я вторую хочу сделать банку. Правильно. А, вторую банку, блин, я тебя понял. Чтобы деревяшки сушить там. Здесь горловина узкая, понимаешь, брусок туда не пролезет. Я понял, Сань, я понял, да. А таким вакуумом можно досушивать древесину запросто. Да я себе и заливать буду, и бокситкой, блин. Мне классно будет заливку делать глубокую такую. Офигенно, да, конечно, но видишь, как оно работает. Вот сколько ждать надо, непонятно. Да вот непонятно, откуда воздух идет. Угу. И воздух ли это? А? И воздух ли это? Или это какие-то там... Нет, это может бензин, фракция возгоняться. Да, выгоняет, да. Ну, блин. Не, ну красиво. Значит, ты меня не позвал. Я хотел это увидеть, блин, с этой пеной. Да я не успел. Я только включил, он сразу все высосал. Понимаешь, я тоже... Здравствуйте всем. Привет. Я тоже сидел, говорил, я что, Саня подошел? Там ключи, сами эти, сам, как бы я
Так, если бы это кипело масло, то оно было по всей поверхности. А так пузырьки у нас идут только над клинком, над рукояткой. То есть, наверное, надо подольше оставить под этим вакуумом. Ух. Круто. Наверное, оставлю, пока не будут, не прекратят эти пузырьки. Сделаем пока паузу. Так, наверное, это уже все. При таком вакууме уже у нас практически не булькает. Наверное, надо потихонечку сбрасывать давление. Все. У нас тут атмосферное. И пусть теперь все это масло впитывается вместо воздуха.